Известного певца Сосо Павлиашвили заподозрили в убийстве. Грузинская полиция считает, что он причастен к смерти бизнесмена из Тбилиси Автандила Адаушвили. Его тело нашли в машине в ноябре прошлого года. По данным следствия, певец был заказчиком преступления. Такие показания дали в ходе расследования некоторые свидетели. По подозрению в причастности к убийству арестованы 6 человек. В том числе задержан родственник Павлиашвили, муж его родной сестры. Вахтанг Чхапелия тоже певец. Сам Павлиашвили считает обвинения в его адрес абсурдными и заявляет, что убитый предприниматель был его лучшим другом.